Черный плащ. Привет, герой! Ура! Мне нужен кто-нибудь, кто... Я вам заплачу. Договоримся так. Если согласны меня проводить, скажите. Проводите меня до Яблочного двора, чтобы отправиться в путь, вступая в неизвестность. Захотите, чтобы я остановился? А, и пока я не забыл, вот ваш аванс. Остальное получите, когда мы дойдем до места. Только постарайтесь не слишком торопиться, а то я за... Ура! А я за вами. Похоже на верный путь. Хорошо. Похож на черный плащ. Погоп. А я за вами. Погоду, все насекомые выползают. Посмотрите, как бы вас оса не цапнула. Вы слишком быстро идете. А, да, мы на той дороге. Ура!
показал. Нормально. Давайте поскорей пойдем, хорошо? Так, ну, пойдемте. Продолжай в том же духе, хозяин. Нормально. А вот недавно был я в Ноутхолд Лейк. Всю ночь кто-то там был. Меня прям до костей пробрало. Мы пришли. И на мне ни царапины. Вы заслужили эти деньги. И еще премию за отличную работу. Порежу я. Продолжай в том же духе, хозяин. Thank you.
Значит, в гильдии решили, что мне нужна помощь? Они там меня что, за блондинку держат? Ну ладно, раз ты уже тут, может, на что и сгодишься. Мы наткнулись в болотах на старинное святилище. Я изучала его, и вдруг набежала куча миньонов. Похоже, что оно им понадобилось для проведения какого-то ритуала. Короче, дело дрянь. Помоги мне разобраться с охраной, и, может быть, мне удастся сорвать их планы. Чтобы это здесь больше не появилось. Но заклинание написано на языке стародавнего королевства, так что придется повозиться. А у нас, похоже, гости. Не подпускай миньонов ко мне, пока я читаю заклятие. Рестиньой ламадин компаэм. Thank you.
заклинание сработало. Портал закрыт. Надеюсь, печать вышла крепкая. А ты неплохо дерешься. Может, нам и правда поработать вместе? Так, я возвращаюсь в гильдию, выясню, что это за штука. Thank you.